Павловске-Камчатском плюс 11, солнечно. В Хабаровске небольшой дождь, температура плюс 16. В Красноярске плюс 19, дожди с грозами. В Новосибирске переменная облачность и 22 градуса тепла. В Омске температура плюс 25, облачно с прояснениями. В Уфе 21 градус тепла, ожидаются грозовые дожди. В Екатеринбурге дождь и гроза, плюс 23. В Нижнем Новгороде плюс 13, дождь. В Ростове-на-Дону гроза, плюс 25. В регионе Кавказские минеральные воды плюс 23, дождь. В Сочи температура плюс 22, ожидаются небольшие дожди. В Ялте солнечно и 24 градуса тепла. В Мурманске температура плюс 4, дождь. В Калининграде плюс 19, переменная облачность. В Санкт-Петербурге дожди и 9 градусов выше 0. В Москве ожидаются осадки, температура плюс 11.